Уважаемые ветераны, мы выражаем вам благодарность за ваш неоценимый труд, за ваши золотые руки. Много теплых слов прозвучало в этот день в адрес тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом формирует достижения области и способствует экономическому процветанию региона. Для тружеников всегда важно и моральное, и материальное поощрение. Это говорит о том, что человек не зря трудился, не зря работал, что его труд, он нашел отклик вот в сердцах властей. Поэтому я думаю, для работников это является огромным плюсом, что они имеют возможность быть отмеченными на высоком уровне. Многие выступающие подчеркивали, что именно сейчас, когда экономика России начала ориентироваться на импортозамещение, роль трудовых коллективов стала особо значимой. Сегодня Московская область является одним из локомотивов развития и восстановления нашего суверенитета, нашей экономической мощи. И поэтому мы в Московской областной думе вместе с правительством делаем много шагов, но я думаю, что еще недостаточно для того, чтобы поднимать и зарплаты, поднимать и наше производство. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова зачитала собравшимся поздравительный адрес губернатора Подмосковья. Мы ценим труд каждого, кто добросовестно и с глубоким знанием дела вносит свой личный вклад в развитие региона и страны. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, добра и благополучия. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. На мероприятии передовикам производства, молодым специалистам и ветеранам труда были вручены награды Московской областной думы, Ленинского городского округа, Совета депутатов и профсоюзной организации. Мы, между прочим, Ленинский район, были первой ласточкой, которые заключили первые трехсторонние соглашения между администрацией, руководителями предприятий и профсоюзами. И также мы были первой ласточкой и двухстороннего соглашения. А двухстороннее соглашение – это тоже Ленинский райком профсоюза работников госучреждения и руководителями, входящими все в этот в наш профсоюз. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.